Ну а мы продолжаем. Одним из первых на своей малой родине в селе Чурапча проголосовал сегодня глава республики Егор Борисов. Он пообщался с местным населением и отметил, что люди чувствуют ответственность. По мнению Борисова, явка в Якутии будет достаточно высокой. Я всегда относился к этим мероприятиям как человек, как избиратель и как руководитель очень ответственно. Но сегодня получилось так, что я символично выбрал место голосования свой родной очаг. Я нахожусь сейчас рядом с отчим домом, где я родился. И ровно 44 года назад я пошел с этого двора на избрание депутата того времени Советского Союза. Поэтому сегодняшнее решение мое, оно глубоко пронизано теми идеями демократического общества, пронизана той ответственности, которую я несу сегодня перед республикой.